Дорогие коллеги, преподаватели, сотрудники, наши любимые студенты, поздравляю от души всех с Днем Знаний и с началом очередного учебного года. Уверена, что каждого из нас ждет новый жизненный этап с новыми целями, задачами и, я уверена, свершениями. Уважаемые коллеги, преподаватели, именно благодаря вам наш университет является ведущим лингвистическим университетом страны. Спасибо за вашу преданность делу, верность иньязу и ваш высокий профессионализм. Дорогие студенты, аспиранты, желаю в этом году новых научных свершений, спортивных и творческих успехов. Я уверена, что все у вас получится. И, конечно, сегодня особенные поздравления и самые теплые слова для наших первокурсников. Вы стали частью большой иньязовской семьи. Сейчас вы студенты самого лучшего с нашей точки зрения университета страны, университета с многовековой историей и с богатейшими традициями. Дерзайте, трудитесь, учитесь, и вас ждет блестящее будущее. Но не забывайте и про насыщенную студенческую жизнь. Ищите друзей, занимайтесь спортом, творчеством. Университет предоставляет для этого все возможности. Дорогие друзья, коллеги, еще раз поздравляю вас с праздником и уверена, что этот учебный год будет как никогда успешным, плодотворным, самым замечательным в истории нашего университета. С праздником!